Ко дню празднования города и района на Советской площади обновлена доска почета. На стенде отмечены те, кто является гордостью Ленинского района, его почетные жители. Видновчане уже успели оценить появившееся недавно электронное табло, где можно увидеть время и температуру воздуха. А накануне здесь были заменены и все портреты. Теперь доска почета имеет современный дизайн и более читаемый текст. Жители к этой инициативе относятся положительно. Ну, это вообще-то, да, важно. В первую очередь для малышей. Мы-то как бы все это помним, но им это надо знать. Среди тех, кто достоин звания почетный гражданин Ленинского района, руководители поселений, служители церкви, герои социалистического труда, деятели науки и культуры. Отрадно, что героями своего времени интересуется молодежь. Подрастающее поколение считает, что знать историю родного города и района должен каждый. И, конечно, они оценили новый облик доски почета. Все стенды должны быть привлекательными, чтобы люди как можно больше их читали. Потому что эти герои, они помогли сделать этот город лучше. Ежегодно звание «Почетный гражданин Ленинского района» получает один житель нашего муниципалитета. Кто стал героем нынешнего года, пока держится в секрете. По сложившейся традиции, его объявят на празднование Дня города и района. А фотография нового почетного гражданина появится на доске почета сразу после торжественного провозглашения его имени.